Пока! Покеда! До встречи, народ! Да! Хейкетс Куари Форева! Столько сердец разбивается сегодня. Прям чувство апокалипсис. Ну, кто его знает? Вселенная умеет решать такие дела. Вселенная? Ну, типа космос, там, не знаю, боги. Боги космоса? Ну да. Говори. Да нечего говорить, все норм. Вообще норм. Просто супер норм. Ну чё, бросила, да? Так, хорош. Салют, Эмма. Хай. Так, это... ты слышала когда-нибудь раньше про глазомер? Не, глазомер для ботанов. Захвати последнюю пару сумок, плиз. Да, босс. Привет, Эмми, от меня. Вот ты сучка. Да, это факт. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Не лучший момент. Если верить местной газете Nordkill Gazet, привет. А что ты слушаешь? Ясно. Джейк, сумки вперед. Ох, зараза. Привет. Эй, вы мне сумками поможете или как? О, ну, такое дело. Мы как раз ремонтируем дверь. Она... Ну, Дилан, она сломана. Пожалуйста. Я не могу. Блин, мне последнее осталось. Что с ней такое? Она сама Дилан, открывает. Ты... Бро, прости. Да, спасибо. Дар. Ужасы. Ненавижу ужасы. Thank you.
Черт, не хотелось бы тут застрять. В чем прикол? Нафига? В мою защиту, А, это Дилан придумал, и Б, было очень смешно. О, да, надо же, ты в этом уверен? А такие правила. Похер, короче, ты мне с сумками поможешь? Не, мне надо дождаться мистера Хэ с нашими телефонами. Господи боже, ладно, что у нас с лестницей? А, видимо, чтобы не дать енотам и прочим паразитам тут все разнести. Мистер Хэ так сказал. А, тоска. Дилан, это ты? Я не настолько многозадачен, Джейк. Тут бы ремонт не помешал. А! Боже! Ну все, сумки на месте. Круть, и все сам, да? Вот-вот. Ну да, привыкай. Боже, ты просто чудовище. Зато честная. А-а, ну началось. Так, ты ведь не все про вас с Эммой рассказала, сынок? Так, послушай, я хочу, чтобы ты перестала лезть в мои дела, Кейтлин. Извини, что помочь хотела. Тем, что напомнила, как меня выбросили как какой-то мусор? Ага, сюжетный поворот. Она вынесла мусор. Что? А, нет. Стой, смотри. Сначала она прибралась, потом вынесла мусор, потом умыла руки. Прощай, Джейк! Никакого мусора, свобода, можно искать любовь. И ты все сказала? Я только начала. О, хочешь развить эту тему? Надо что-то оставить на поездку. Я уверен, ты найдешь, чем заполнить неловкую тишину. Если что. Ага, будет весело. Никакой неловкости. Спасибо, друг. Из нас двоих хотя бы мне этим летом перепало. А, и как это прикажешь понимать? Ну, Райан. А что Райан? Он, ну, парень. Из нашего лагеря. Весь такой из себя сексуальный одиночка, что меня, конечно, совсем не привлекает. О, сюжетный поворот. Так она реально тебя просто бросила? Ну, формально нет. Ну как? Она поняла, что у нее свои планы, а у меня свои. И дальше типа конец, ничего не выйдет. А дальше уже началось. И вы что, не захотели попробовать на расстоянии? Слушай, да эта девчонка тобой реально как хочет, так и вертит. Ладно, знаешь что?
Может, ты права. Может, у нее есть, типа, власть надо мною. Ну, вот что. Я не против. Не против. Есть. Отрицает очевидное. Есть. Тут такие сильные пары зависти. Просто дышать нечем. Что, простите? Что? Видимо, кто-то просто недостаточно крут, чтобы тусить с альфа-самцом. Ну, ты прям очаровашка, да? Я просто не понимаю, что ты не подкатила к Райану. Надо было ловить момент. Как поймать момент, которого не было? Ну, тогда нечего ждать, пока он наступит. Его нужно создать самой. Ах да, все лето бегать за моментом, как озабоченный кобель, чтобы тебя в последний день бросили. Кейтлин, по тебе скучать не буду. Так, мне просто интересно, а это ведро с гайками вообще куда-нибудь поедет? Посмотри, надеюсь. Еще одна ночь под открытым небом меня доконает. Эй! Что нас не убьет, сделает сильнее. Тебя я не убила. Пока. Но тебе не помогло. Слышь, заткнись. Так, ну, чисто теоретически, если представить, что я полный мудила, и я решил сломать фургон, чтобы мы тут остались еще на ночь. Как именно я бы это сделал? Наверное, сломал бы бензопровод. Или... вырвал бегунок трамблера. И да, ты был бы полным мудилой. Ясно. А слушай, а как выглядит бегунок трамблера? Как бегунок, который вращается, ну, под маленьким черным колпаком с проводами. Джейк, ты же понимаешь, что даже если мы тут застрянем, еще одна ночь с Эммой ничего не изменит. Поверь, она все решила. Да. Да. Ну вот и проверим. Со мной, дружок. Верну на место завтра. Все будет норм. Эй, чувачки! Чего у них рожи такие хитрые? Эй, Джейкоб! Что? Нет, не надо! Стой! Стой! Лови! Оу! Ник! Бум! Оу! Полетел! Чувак, красавчик! Жаль, у меня нет баксов. Блин, со всех сторон придурки. А, слава богу. Я ценю фишку про ноль технологий, но как же приятно. Мистер Хэм мог бы и подзарядить наши телефоны хоть немного. А сам ты не при делах, да? Знаешь, его лучше отложить для особых случаев. А быть брошенным сюда подходит? Жестко. Ой, пошел ты! Извини, я без обид, чувак. Я не хотел обидеть. Ну, готовы ехать. А где остальные? Да откуда мне знать? Иногда ты знаешь больше, чем я. Ник, я даже не знаю, как на это ответить. Скажи, Ник, ты намного умнее меня. Ты горячий мачо, который уломает любую. Ага, размечтался, сынок.
Ну, привет, подружка. Докладывай. Все, официальный синдром пустого гнезда. Дай пять, красотка. Боже, тебе вот-вот вернут смартфон? Пойдем возьмем свои сумки и свалим навсегда из этого отсталого комариного болота. Дверь закрыта, а сумки внутри. Сука. Да. Ну, по-моему, план действий очевиден. Найти ключ? Вершить свою судьбу. И под этим я имею в виду победить этот дурацкий замок и забрать свои сумки. Ты серьезно? Это же взлом и проникновение. Нет, это возврат нашего законного имущества. Может, найдем мистера Хэкета и попросим открыть? Эбби, не ссы. Наши вещи прямо за дверью. Прости, нет. Вот вернемся в коттедж, найдем мистера Хэкета, и он отдаст нам наши сумки. Ок. Эмма. Так, что ж, быстро осмотрюсь, чтобы мы ничего не забыли. Да, пожалуйста. Дилан расстроится, что ребят его просто бросили. Скажу Крису, когда увижу. Все любят узнавать тайны, и в Хекетс-Куори они тоже есть. Эти леса хранят секреты, раскрыв которые, вы сможете избежать уголовного преследования. Знаете, ведь вашим рассказам никто не поверит, если у вас не будет серьезных доказательств. Пора начинать расследование. Снимайте или ищите другие улики и докажете, что невиновны. Или нет? О, надеюсь, Джейкоб этого не видел. Фу, что это? Это Дилана? Кажется, за лето так и никто и не побил рекорд Кейтлин. Ты готова? Готова. Thank you.
Свобода нас ждет, подруга, пора отрываться. Что ж ты такая крутая, борзая, самоуверенная? Да это игра, то, что хотят видеть другие. Притворство? Ну, отчасти. Притворяться значит быть собой, но громче. Ты тоже попробуй, кто знает, кого это впечатлит. Не, все равно уже поздно. Для чего? Для Ника? Не узнаешь, пока не рискнешь отдаться. Блин! Ну ты рулишь, Текс. Пардон? Ладно, теоретически. Если я все же решу открыться, что если ничего не выйдет? Как у вас с Джейкобом? По правде, он милый. Но вы расстались. Летний роман между нашими школами и 4 штата. Он понимает. Ну да. Но это мы. А с Ником может быть иначе. Возьми его номер, позвони. У меня есть его имейл. Нам же давали распечатки. Имейл? Тебе 93? А что не так? Я буду скучать, Эбби. О, стой! Но коттедж же ведь в той стороне. Сверни тут. Что? Давай, красивый путь. Последний победный круг по лагерю. Yes. Ладно, а в чем победа? 2 месяца без технологий. А мне понравилось быть офлайн. Фу, мне нет. Как и моим подписчикам. Знаешь, а я тебе верю. Эбби, это что, комплимент? Перед тобой не устоять. Даже я бы подписалась. Сила харизмы. То-то же. Как будешь дома, подпишись, поделись и лайкай во всю мощь. Сразу все. Кажется, я погорячилась. Нет, ты меня любишь. Обожаю. Кострище? Нет, остров. Так уединенно. Это дым там? Кому-нибудь сказать? Да, вроде все под контролем. Наверное, мистер Хэй сжигает старый хлам перед тем, как закрыть лагерь до лета. Да. Кстати говоря, пора бы нам вернуться. А, да. Боишься, что Ник, ну, уедет без тебя? Да нет, наверное, все только нас и ждут. Ага. Все нас ждут. Да, все. Ник. Все. Ник, без разницы. Спокойно, Джейкоб, все в норме. У меня полный заряд, так что... Вот сука. Ну ты дурак. Все перестали покупать зарядки? Все равно сигнала нет. Покрытие тут сгулькин хрен. Это ты про свой? Что? Нет. Неважно, я что-нибудь выжму из мистера Хэя перед поездкой. Чё-то фу. Ник! Ага, а где вы были? Какой любопытный. Не слушай ее, прошу. Поехали! А где ваши сумки? Да мистер Хэй запер их в коттедже. Зачем? От медведей? Судя по всему. Да, с медведями шутки плохи. Особенно если, ну, типа, поесть из их тарелки. Если честно, я не думаю, что здесь есть медведи. Я пыталась достать сумки, но кое-кто сказал: мы же не преступники, ты что, хочешь в тюрьму?
другими словами, но да, все так. Думаю, мистер Хэй не обрадовался бы сломанным дверям. Спасибо. Эй, Райан, видел кто? А, да, наверное, сидит где-то, весь молчаливый и загадочный. Я тут. Что ты там делал? Прятался от кого-то? А, я подкаст слушал так-то. А, подкаст? Круто. А про что? Называется «Как не лезть в чужие дела». Тебе стоит послушать. Духи. Духи. Точнее, там про криптозоологию, а последний эпизод вообще был про это место. А, да-да, помню, ты про него говорил детишкам у костра. Про коргу Хекетскуори. Да. Что за корга Хекетскуори? Не знаешь про коргу Хекетскуори? Потому я и спрашиваю, балда. Расскажи ей про коргу Хекетскуори. Вряд ли она хочет слушать про коргу Хекетскуори. Может, уже хватит повторять «Карга Хекетскуори»? Это просто детская страшилка. Там, короче говоря, одна старуха, ну, погибла в пожаре когда-то там. И бродит по лесу в поисках своего сына. Говорят, кто-то слышал шепот, типа того, а рядом... Проплывал силуэт, классика, да. А еще говорят, что если она тебя поймает, то превратит в своего сына. Или убьет, или... Не уверен, непонятно там, вот. Карга Хекетскуори. Ты это выдумал? Все было в подкасте. Cool story, бро. Да, знаешь лучше? Да не, я же без сарказма. Я рассказал не так. Не, не надо. Я просто не так выразился. С этим стоит поосторожнее. Все так и есть. Да ты гонишь. Чего ждем-то, хакетеры? Почти все, мистер Хэ. Живее. Ну-ка, одевайтесь. Мы бы уже, если б сумки никто не запер. Чего? Мне послышалось, конечно, мистер Хэ, уже бежим, мистер Хэ. Простите, мистер Хэкет, но наши сумки... Ага, в доме. Мы тут правда жопы рвем. Все, кроме Райана, который наши жопы призраками напугать пытается. Ладно, ладно, хватит про попы. Так, а что за рассказы о призраках? Хэ из Хэке. Про коргу Хекетскуори я... Ну нафига, Райан? Ключ от фургона у вас, мистер Хэ. И то верно. Блин. Когда-нибудь я голову забуду. Надо в офис вернуться. Поможешь мне, Райан? А, да. Эй, мистер Хэ. Чего, диджей Дилан? Можно мне смартфон подзарядить? Музычку в дороге Нет, послушать? Не выйдет. Ясно, понятно. Ничего. Молодец. Не страшно, могу дать наушник. Ну это, Крис, хорошо, что мы можем сейчас поговорить. Ой-ой-ой, я что, уволен? Ха-ха, нет, я просто, ну, насчет того разговора. Об этом позже мне надо ответить. А, да, да. О, а, простите. Алло. Потому что это дети. Нельзя слишком на них давить. Они уже почти уехали. Время уже на исходе. Нам нужно, чтобы... Да придержи ты, блин, коней, ладно? На нашей стороне все в норме. Мы с Бобби собрались. Если он рядом...
рядом, мы его возьмем. Зря время тратим. Мы оба это знаем. Нет, должен был? Затих он. Видимо, не высовывается. И, кстати, чем дольше я с тобой болтаю, тем позже избавлюсь от этих чертовых детей. Да, конечно. Адьос. Простите, я не слушал, я просто ждал, то есть услышал, то есть не слышал, что вы... Расслабься ты, входи. Извини, что был рисковат. Вам помочь искать ключи? Нет, конец лета, куча дел. В общем, что ты хотел... А, да, я насчет школы анимации хотел поговорить, узнать ваши мысли. Так. Ну там, стоит ли мне оставлять сестру с бабушкой и дедушкой, ведь я в кампусе буду жить, и мама неизвестно где, так что я бы не хотел оставлять Сару одну. У нас семья и так небольшая. Ну, семья – это важно, Райан. Вот черт. У вас все в порядке? Вечером свидание? О, блин. Если бы ты знал. Райан, я же просил проследить, чтобы все были готовы. Они меня не слушают. Ну так значит, заставь их слушать. Я не могу, но... Черт, теперь за сумками не успеть. Да, девчонки будут не в восторге. Отправим через пару дней. Так, зачем я был вам нужен? Ты один из моих любимых вожатых, Райан, ты знаешь? Хороший парень. Но знаешь, сколько родителей мне звонит? Сколько писем присылают об испуганных детях, уехавших домой? Хм. Я про это не думал. Хочешь верь, хочешь нет, но распугивать детей из лагеря вредно для бизнеса. Так что, может быть... Поменьше историй о призраках. Простите, я не думал, что все так серьезно. Нужно понимать последствия своих действий, дружок. Это часть работы вожатого, лидера. Да. Лучше просто пойте кумбайя, ладно? Что это? Вы что, больше не поете кумбайя? О-хо-хо. Вот и выросло поколение. Серьезно, Крис, в чем дело? Я просто хочу спокойно вывести вас отсюда до заката. Зачем? Уже темнеет, Райан. Ехать в темноте небезопасно. А от безопасности до веселья один шаг. Одну минуту. Черт побери, да где же они? Попрощайтесь с Калебом и Кейли. Они как-то ускользнули. Да ты их увидишь через год. Калеб в межсезонье на свалке работает, ну а Кейли... Она пока еще думает, кем стать. У нее вся жизнь впереди. Они, по сути, делают, что хотят. Подростки, что с них взять? Мне бы со сборами помощь пригодилась, рук не хватает. Вы и так неплохо справились. Я передам, что ты хотел попрощаться. Открыл фургон, сунул ключи в карман, пришел в офис... Там, где оставил. Ага. Ну, пойдем.
Убедись, что все готовы ехать. Только нормально. Стоп, а как ты получил свой телефон раньше нас? Я его не сдавал. Надо было выключить его перед тем, как сдал, Дилан. Это же правило, ну... Я стараюсь не жить прошлым. Да. Как раз пора подумать о будущем, сесть в фургон и поехать домой. Все, погнали. Эй, а что наши сумки? Эмма, я завтра первым делом вам нет, их отправлю. Нет, я не поеду без... Слушай, по-другому никак. Давай, Джейкоб, заводи. В чем там дело? Блин, не знаю. Кажется, что-то с двигателем, мистер Хэ. Это я вижу. Да вообще полный капут. Дай попробую. Зачем? Говорю же, он накрылся. А может, ты не так делаешь? Может, ты не так делаешь? Слышь, ты чё? Хватит! Прекратите оба! Чёрт, давай, эй, давай. Полегче. Тише, ну тише, блин. Чёрт! Разве я не говорил вам все проверить? Ну да, и тогда все работало. Как видишь, тогда работало, а сейчас не работает, правда? Чёрт! Ладно. Ладно. Слушай, ничего страшного, просто проведем тут лишнюю ночь. Нет! Нет! Все, стой! Дай подумать. Ладно. Черт. Ты прав, ты прав. Что? Да, ты прав. Эй, Райан, подойди-ка сюда. Убедись, что ночью все будут сидеть в коттедже, запри двери. Никто не входит и не выходит, ясно? Никто. Ладно. Я вернусь утром. Главное, чтобы никто не выходил. Можешь мне это пообещать? Да, да, мы будем внутри. Молодца. Запри двери! И ради бога, не гомоните вы там! Так, и что это было? Он... сказал сидеть в доме и не выходить до утра. Это прикол такой? Эмма! Это прикол такой? И что нам делать? Ну, надо сделать, как он сказал. Мы можем пойти в дом до утра. Да. Или... или можем сделать кое-что другое. Нет, нет, нет. Не-не-не. Нам правда будет лучше послушать Криса. Конечно. Да какая разница, что сказал Крис? Он больше не наш босс. Вечеринка. Кому, народ? Похоже, звезды нам благоволят. Ладно, ладно, ладно. Последняя, эпичнейшая тусовка у костра. О, чувак! Итак, я за, Ник, за. Я за. Дилан за, очевидно, братан. Кейтлин? Я отвечаю на зов. Так, окей. Эмма, а ты как? Да, я за.
Мистер Хэкет настойчиво просил остаться в коттедже. Да он просто напугать нас хотел. Ну, типа как... в идиотских историях Райана. Зачем ему нас пугать? Я не думаю, что он нас пугал, Джейкоб. Кажется, он сам был напуган. О, Господи. Ребята, Крис однозначно не шутил. Просто скажи «да», давай, последний раз. Да. Чел, он не узнает. Но я обещал. Не-не-не-не, чувак. Все норм, мы вкурили. Ты просто не хочешь расстроить папочку. Но зато хоть кому-то не насрать. Блин, делайте, что хотите, а я послушаюсь Криса. Райан, погоди. Эй. Так, 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 хайкетеры! Тусовочный комитет, поехали. Так, первым делом. Ник и Эбби, идите за дровами. Мы с Эммой пойдем на склад за провизией. А ты, Дилан, попробуй зарядить телефоны. Я не знаю, типа... Ну что, погнали! Oh.